Здравствуйте, друзья! С вами на канале «Голос Силиконовой долины» Светлана Портнова. И хочу сделать несколько комментариев по поводу наших доблестных работников, которые, несмотря на такую дождливую погоду, а сегодня обещали грозу с молнией, они продолжают, как вы видите, работать. Вот большая куча земли накрыта полиэтиленовой пленкой, чтобы она, наверное, не намокла, не растеклась, а они лопатами вот продолжают выгребать землю, потому что нам нужно сделать несколько уровней, и у них там размечено красной краской, не знаю, видно отсюда или нет, как они под этот уровень вот прямо отсекают эту землю. Вот тут красная краска нарисована. Вот, так что у нас вырисовывается некоторая площадочка, которая в последующем будет покрыта специальной плиткой бетонной. Сейчас еще сниму с другого ракурса, и у вас будет полная картина происходящего. Вот та же съемка с другого ракурса. Идет довольно-таки сильный дождь. Вот, и молодцы ребята, что все-таки они работают. И эту землю, слежавшуюся, уже разбивают вот мотыгами и копают. Я, честно говоря, думала, что они привезут такой экскаватор, как у нас был в самом начале, немножко, который бы облегчил им работу. Но почему-то у них тут только такой, который вот не с ковшом, а который только толкает землю. О, вы слышите, сейчас гремит гром. Вот нам сегодня обещали несколько гроз. Не знаю, слышно или нет, как гремит гром. Ну, в общем, сегодня у нас будет целое дело. Вот это они одеты в специальные плащики, такие непромокаемые. Вот, и работают, несмотря на такую плохую погоду. А земля тут слежавшаяся, ее во время стройки, конечно, несколько раз вывозили, но так глубоко никто не раскапывал ее. Все-таки здесь получается где-то 2,5 фута, около метра, наверное, чуть меньше метра глубина вот этого вот. Вот сейчас глубина, а они должны часть земли еще туда к забору отбросить и поднять там еще 12 инчей. Вот. Так что такой у нас будет ярд. Ну вот на этом все, снимать больше нечего. Ни на минуту не останавливается работа под проливным дождем. Сейчас ребята носят пластмассовые трубы. Вот такие вот, для того, чтобы сделать систему для стока воды. Она пойдет не так, как было изначально задумано. Они посоветовали воду с участка отводить на улицу, а не вот в тот бассейн, где торчит белая труба вертикальная, потому что очень большая поверхность воды, и он может перенаполниться. Вот, так что очевидно, раз они трубы носят, наверное, сегодня будут укладывать там траншеи, вон прокопаны уже. Вон траншеи. И вот в эту траншею пойдут вот эти трубы.